Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Трегубова і я вітаю нашого гостя. Сьогодні в нашій студії голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков. Вітаю вас. Говорити, як і завжди, по п'ятницях увечері будемо про актуальні питання з життя нашого краю. Вадим Іванович, ну, наверное, самый актуальный вопрос – это принятие бюджета на 2016 год. Как в рамках всей страны, так и, естественно, в рамках нашей области. Что уже подготовлено, что нас ожидает в 2016 году и как будет выполняться вот тот бюджет, который сейчас уже вот просто практически оформлен? Мы, конечно же, с нетерпением ждем принятия государственного бюджета, потому что это основной документ для работы с финансами, с налогами местного государственного значения. Но в то же время наши специалисты уже отработали бюджет 2016 года области. Вот, и проект бюджета предоставлен уже на рассмотрение депутатам и профильным комиссиям. Я хочу сказать, что если говорить о 2015 сложном финансово-экономическом годе, то 2016 год у нас идет прирост. И приведу примеры, что налоговых сборов мы планируем в 2016 году собрать 523 миллиона 842 тысячи гривен. В 2015 году мы планировали 337 миллионов. Соответственно, собственные средства, которые получают наши коммунальные структурные подразделения, 122 миллиона гривен. Итого у нас общий сводный бюджет области, это межбюджетные трансферты государственного бюджета, будут составлять 4 миллиарда 16 миллионов 66 тысяч, что позволит нам содержать в 2016 году больницы, школы. Есть, конечно, очень важные и серьезные вопросы. Что касается 2016 года, мы дополнительно нагружаем бюджет Николаевской области это профтехучилищами и колледжами, которые расположены в районах и городах областного значения. То есть это дополнительно, они уже ничего не будут получать? Да, они не будут получать с государственного бюджета, субвенции нет. И в связи с этим у нас тут дополнительные расходы, но в то же время мы сможем наш бюджет уже утвердить таким образом, что увеличится фонд областного бюджета развития. И если вы помните, в 2015 году у нас составлял фонд бюджета развития 65 миллионов, и мы смогли погасить долги 2012 года государственные, то в 2016 году как проект мы готовим 83 миллиона бюджет развития области, что позволит нам приобрести 19 автобусов школьных для 19 районов нашей области. Это очень важное решение. Я надеюсь, что депутаты поддержат наше предложение обладминистрации, потому что нам крайне сегодня не хватает автобусов в сельской местности для того, чтобы подвозить наших школьников до учебных заведений. А учитывалось, вот давайте вернемся немножко к училищам, потому что это именно новая, да, нагрузка на бюджет, да. И появляется она только в 2016 году, так как у нас, ну, мы работали, да, с училищами, с профтехобразованием очень плотно в течение нескольких лет, и в принципе вот что радовало именно в училищах в районах, что они могут и зарабатывают сами, потому что они оказывают ряд услуг. У них профессии, связанные с сельским хозяйством, практически у всех училищ есть опытное хозяйство, есть поля, есть там та база, да, на которой дети и учатся, и, собственно говоря, уже работают и производят продукцию. Это учитывалось вот при принятии бюджета, потому что это, ну, большое подспорье. Они остаются, конечно, с одной стороны сами, но с другой стороны все-таки у них как-то больше. Да, очень правильный вы вопрос задали, и я перед этим говорил, что властные надходжения до бюджетных установ составляют 122 миллиона. Это вот в этих 122 миллионах все надходжения властных, которые надходят до наших установ областных. Поэтому это уже учитывалось, конечно же, и я вам скажу, что у нас 30 закладов, это профтехучилищ по области.
И, соответственно, это дополнительная нагрузка 201 миллиона гривен, которая ложится на областной бюджет. И для нас это, конечно же, ощутимо, и мы будем дополнительно работать, уже отработали для того, чтобы профинансировать данные учебные заведения и колледжи. Да, процессы децентрализации как повлияли на проект нашего бюджета 2016 года? Процессы децентрализации, областной бюджет мы перевыполнили 118,9%. Я думаю, что по итогам 12 месяцев будет 120%. Соответственно, мы перераспределили по итогам 6 месяцев. Мы направили дополнительные средства на ремонт дорог, на приобретение медицинского оборудования и так далее. Поэтому в следующем году у нас, опять-таки, я возвращаюсь к нашему бюджету развития, не 65, а 83 миллиона гривен. Мы также планируем направить около 15 миллионов на ремонт наших дорог местного значения. Моя рекомендация, которая направлена всем главам городов, поселковых сельских советов, главам районных администраций, чтобы в бюджете 2016 года учитывали ремонт дорог местного значения и как минимум увеличили статью финансирования от 10 до 20%. И это тоже очень важно. Средства эти есть в связи с экономической децентрализацией. Соответственно, я вам приведу пример, что в 2011 году Николаевская область, бюджет развития имела 5 миллионов гривен. Это когда не было проблем экономических, финансовых, когда международные финансовые организации кредитовали Украину миллиардами долларов. Сегодня мы этого не имеем. Сегодня агрессия со стороны Российской Федерации, сегодня экономические проблемы, санкции секторальные со стороны Российской Федерации. Мы теряем экспорт, импорт, но в то же время мы на местах становимся сильнее и больше зарабатываем для наших громад. Также приведу пример. 2012 год 27 миллионов гривен. 2014 год 25 миллионов гривен. И, соответственно, вот уже мы видим результаты 2015 и 2016 года. Хочу вам сказать, что также мы предусмотрели на наши медицинские учреждения опять приобретение медоборудований. Это и для детской областной больницы, это и для нашей областной больницы, которая основная и базовая для того, чтобы мы смогли оказывать услугу нашему населению. Немаловажно, что как раз нагрузка на наш областной бюджет ложится еще и со стороны здравоохранения, потому что вторичные услуги медицины, оказываемые нашими центральными районными больницами, теперь переходят на финансирование с областного бюджета. И это тоже дополнительная статья расходов, которая ранее была за счет государства, субвенции государства, теперь это будет за счет областного бюджета. Но в связи с этим мы вносим ряд предложений и информируем кабинет министров, информируем наших народных депутатов для того, чтобы выйти из сложившейся критической ситуации по дорогам. Нам, конечно же, 15 миллионов гривен и тех дополнительных средств, которые будут выделены районами и городами, недостаточно для того, чтобы отремонтировать как местные, так и дороги государственного значения. Николаевская область во многом пилотная в Украине, и мы об этом тоже будем говорить. И в 2016 году, как один из пилотных проектов с Мировым банком, это строительство дороги. Дороги Херсон-Николаев, Николаев-Кировоград, Кировоград-Львов. Это дорога европейского качества, это дорога в Европу и дорога к нашим логистическим портовым центрам. Соответственно, данный проект тоже очень важен, и при поддержке народных депутатов, при поддержке кабинета министров, я надеюсь, что мы сможем реализовать вот достаточно такой объемный проект и участие Николаевской области, тем более то, что эта дорога в
плохом состоянии, практически непроезжаемо, но в то же время мы будем следить для того, чтобы выполнить, отремонтировать и построить заново. Необходимо дополнительные средства государственного бюджета, и это должна быть выделена дополнительной статьей, если народные депутаты смогут все-таки внести в бюджет 2016 года, государственный бюджет 2016 года, это средства на ремонт дороги Н-11. Потому что тот ремонт, который сегодня выполняется, к сожалению, он ямочный, к сожалению, он для того, чтобы не закрывать направление Николаев-Днепропетровск, потому что неоднократно Министерство инфраструктуры, Укравтодор был готов закрыть данную дорогу. Мы делаем все для того, чтобы она была сохранена. Мы делаем все для того, чтобы в зимний период транспорт мог передвигаться по данному направлению. Если средства будут выделены из государственного бюджета, значит, буквально весной приступим к выполнению уже капитальных ремонтных дорог данной дороги. Но в то же время хочу сказать, что вот наши депутаты старались, но у них не получилось. В сентябре месяце, чтобы Николаевская область была в пилотном проекте, который приняли народные депутаты закон о таможенном сборе 50%, который остается на дорожный фонд в областях. Это и Черновецкая область, это и Закарпатская область, это и Одесская область. Так вот, если бы мы были в данном пилоте, и я обращаюсь повторно к народным депутатам уже публично, чтобы мы все-таки смогли войти в данный проект и реализовать, потому что наша область сегодня транспортный центр, нам сегодня очень важна инфраструктура и развязки. Мы бы за эти 3 месяца получили бы на ремонт дорог 80 миллионов гривен. А почему не получилось нас включить в этот проект? Ну, этот вопрос к народным депутатам. Ну, они же, наверное, вот, вам рассказывали. Да, они, я честно скажу, они были активны, они подали не одно обращение на кабинет министров, когда формировался данный проект, и выступали в Верховной Раде, вносили предложения по Николаевской области, но комитет профильный не поддержал. И сегодня я повторно обратился письменно к нашим народным депутатам для того, чтобы они возобновили работу по данному закону и по данному фонду. Это для нас спасение. Еще по дорогам, да, вот не в течение десятилетий, в принципе, муссируется вопрос, постоянно его так поднимают, потом он падает, потом опять его поднимают. Это о том, что все-таки построить окружную дорогу, да, обводную дорогу, потому что все-таки мы не перестаем быть транзитной областью, у нас транспорта море, и действительно есть порты, в которые постоянно идут грузы, которые везут до этого корабля на автотранспорте. Что с этим? Вот что-то будет инициироваться, может быть, в 2016 году, потому что остро же стоит, действительно, потому что ремонтировать-то просто можно, сделать новую дорогу можно, но она точно так же будет разбиваться все возрастающим потоком транспорта. Вы правы, поэтому мы, помимо того, что построить, отремонтировать, должны научиться разгружать наши дороги и, соответственно, должны научиться сохранять наши дороги, потому что строить можно постоянно, но эти дороги будут разрушаться. В связи с этим тоже есть ряд решений. Если вы помните конфликты, когда были установлены весовые комплексы, хотя я где-то понимаю предпринимателей, в большей степени понимаю водителей, потому что это их работа, им необходимо кормить семьи. Единственное, кого я не понимаю, это собственников транспортных средств, которые зарабатывают на этом колоссальные прибыли, но в то же время не думают о наших дорогах. Сегодня вопрос стоит очень остро. Если мы ремонтируем дороги, Министерство инфраструктуры в 2016 году готово закупить около 100 весовых комплексов на Украину, и для этого они будут распределены по нашим областям. Соответственно, мы
будем и обязаны, и вынуждены установить весовые комплексы для того, чтобы контролировать вес транспортных средств и груз, который перевозится в наши порты. Вот. Вопрос важен, поэтому мы работаем очень плотно с общественностью. Буквально на этой неделе координационный совет был создан при обладминистрации, в которую вошли общественники, правоохранители, чиновники, служащие. И, соответственно, мое было решение, чтобы данный координационный совет возглавил общественник, а не чиновник. Потому что многие предлагали, что давайте возглавит там начальник облавтодора. Некоторые предлагали, что давайте возглавите Вадим Иванович вы. Нет, я сказал, что это неправильно. Должен возглавить независимый человек, который действительно готов заниматься, который действительно будет давать рекомендации вот данным советам и вносить предложения. Поэтому его возглавил Ярослав специалист. Захарченко. Да, да, да. Ярослав Захарченко, который непосредственно будет заниматься, будет координировать работу и с правоохранительными органами, и, соответственно, с госслужащими. Вот. Что сказать еще по дорогам? Ну, в плохом состоянии дороги, и реформа дорожная для Украины крайне необходима, и мы для этого, в принципе, уже подготовили ряд предложений на Министерство инфраструктуры, на наших депутатов в Верховной Раде, для того, чтобы 2016 год, наверное, был посвящен реформе нашим дорогам, и тогда мы сможем и экономически быть сильнее, и это все-таки развитие наших регионов. Все, что вы сказали, это важно и интересно, и действительно, ну, уже как бы результат мы увидим немножко позже, когда действительно все это начнет действовать и действительно как-то вот входить в нашу жизнь, и будем уже видеть какие-то результаты. Одним словом, в принципе, вот этим проектом бюджета вы как руководитель ну, большого предприятия, такого как область, да? Да. То есть это тоже предприятие, это тоже большой коллектив. Ну как, вот вы довольны, то есть вы видите в нем перспективу? Это хороший бюджет? Так. Не будем говорить очень хороший, просто вот он да, хороший. Я не могу сказать, что это очень хороший бюджет, потому что всегда хочется большего, и нам необходимо много чего еще создавать, ремонтировать, строить, потому что за последние 20 лет, к большому сожалению, но страна была ограблена, и много чего не реконструировалось, не строилось, не создавалось. Поэтому мы получим бюджет, который сможет профинансировать наши структурные подразделения, наши больницы, наши школы, наши учебные все заведения. Вот, и часть средств более нежели в 2014, 2015, 2012, 2011 годах получить для того, чтобы уже распределить на ремонт, строительство, на приобретение тех же автобусов, того же медицинского оборудования. И это уже плюс. Достаточно показатели выше, нежели в прошлые годы. Но я опять-таки сказал по дорогам, что это проблема, которую самостоятельно мы не сможем решить, и для этого нам необходим государственный бюджет, и для этого нам необходимы, соответственно, принятые новые законы. Вот. Поэтому в целом я могу сказать, что бюджет, который мы формируем и предложили на рассмотрение нашим депутатам, достаточно эффективен для того, чтобы у нас 16-й год был положительнее, нежели 15-й. Но чтобы мы развивались еще лучше, нам необходимо пройти все этапы децентрализации. И сегодня мы вот этап децентрализации финансовой практически завершаем, и мы видим результат. Теперь у нас впереди этап по децентрализации административной, и это тоже очень важно, но децентрализация пройдет административная после того, как будет изменена Конституция. Вот мы идем поэтапно, мы не спешим, и у нас есть для этого 2 года для того, чтобы пройти данные реформы. Плюс национальная полиция, вы видите, что насколько эффективно и как отзывается общество от наших патрульно-постовых
постовой службе, национальной полиции. Хотя еще есть над чем работать. Министерство юстиции, которое достаточно активно работает, при те реформы, которые сегодня воплощает министр Петренко, ну, налицо, и они европейские, и сегодня дерегуляция, о которой так часто говорят политики, действительно внедряется в министерстве, на Министерстве юстиции. Министерство инфраструктуры вот где-то немного отстает, потому что много проектов, много предложений, но, к большому сожалению, мы не видим вот таких сильных изменений, да, таких ярких изменений в лучшую сторону. Но я думаю, что Министерство инфраструктуры должно доработать, а мы на местах готовы поддерживать, готовы реализовывать, готовы отрабатывать все поставленные задачи министрами и депутатами Верховной Рады. Ну, вот очень оптимистично, особенно накануне Нового года, и вот еще как раз о европейских изменениях и нововведениях. С недавнего времени, вот буквально это было уже, наверное, 2-3 раза, да, свидетельство о рождении ребенка родители могут получить уже у нас, вот в Николаевской области, в городе Николаеве в частности, просто пребывая в роддоме. То есть мама, которая недавно родила ребенка, она уже через несколько дней имеет на руках уже документ о том, что у нее есть ребенок. Это очень радует мам, это очень радует пап. Почему? Давайте посмотрим сюжет, потом будем разговаривать. Пологовий будинок номер 1 став другим, де відбулось впровадження нового проєкту. 14 сімей отримали свідоцтво про народження своїх немовлят вже за декілька днів після їх народження. Володимир Степанов – військовослужбовець. Йому було досить важко приїхати до дружини на народження донечки Оксанки. Адже чоловік зараз несе службу в зоні бойових дій на Сході. Крихітка народилась 15 грудня, і тільки сьогодні батько зміг побачити родину. Я насколько уже заждался, что у меня была полная апатия, обратный эффект получился. Ну, на самом деле, конечно, я очень счастлив, потому что это уже второй ребенок у нас. Теперь у меня полный комплект, мальчик, девочка. Любой отец, Миша, мечтает об этом. Головне територіальне управління юстиції в Миколаївській області приєднане до пільгового проєкту. Співробітники РАЦСУ будуть працювати безпосередньо у пологових будинках по 2 години кожен день. На самом деле это прежде всего удобство родителям. И мы отсекаем бюрократический аппарат, который ранее существовал. В течение одного месяца родители должны были собрать справки, документы для того, чтобы зарегистрировать ребенка. Сегодня это все происходит в течение 24 часов. Эту функцию наконец-то начал выполнять не ЗАГС, который удаленно находится от роддома, а сам роддом, который также является государственным органом и имел все возможности для этого, и до сегодняшнего дня в том числе. Для отримання свідоцтва батькам необхідно заповнити відповідну заяву в пологовому будинку, додавши паспорт та свідоцтво про шлюб. Вже з 1 січня така практика впроваджуватиметься у пологових будинках всієї області. Все ж, очень приятная и полезная информация. Действительно, получение свидетельства в роддоме, оно значительно ускоряет получение всех остальных документов, которые касаются и выплаты помощи на ребенка. То есть для родителей это великолепно, и если эта тенденция сохранится, будем надеяться, что она сохранится, будет все замечательно. Завтра День Святого Николая, просто прямо детский праздник, но он прекрасно касается всех, и взрослых, и детей, потому что взрослые до самого, так сказать, взрослого, очень взрослого и уважаемого возраста остаются все-таки детьми в душе. Ну, а дети – это дети, дети – это счастье. Что будет завтра? Кому поможем? Кого поздравим? Ну, и поздравления всей нашей. Завтра области. Большой праздник, День Святого Николая. Наша область и город Николаев, названный в честь Святого Николая. Вот, поэтому, соответственно, будет проходить очень много праздников и предновогодних праздников, более 800 в Николаевской области. Все эти мероприятия в основном детские, потому что, ну, нам надо радовать наших детей. Большое внимание будет оказано семьям атошников, детям, бойцам антитеррористической операции. Вот. Завтра будет ряд уже официальных открытий елок. Это и в Украинском театре, вот, и на центральной улице нашего города пройдет открытие, уже торжественное открытие елки. Вот. Поэтому готовятся подарки, готовятся концерты. Наши дети должны радоваться. Вот. Мы должны о них заботиться, они должны расти умными, красивыми.
родителями, поэтому я всех поздравляю с наступающим праздником, желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира в нашей стране и в нашем родном городе, в нашей области. На следующей неделе посещу Врадевский район, где тоже у меня будет встреча с детьми. Вот вчера посетил Баштанский район, также поздравил деток, вот, долго мы говорили, достаточно интересная была встреча, это в школе номер один. Вот, поэтому мы должны заботиться как взрослые, но в то же время и мы должны очень многое делать и создавать. В принципе, то, над чем мы с вами сегодня занимаемся и работаем уже на 2016 год. Спасибо большое, спасибо за то, что были в нашей студии. Приходите к нам еще. Присоединяюсь спасибо. Ко всем хорошим словам, которые сказал Вадим Иванович насчет завтрашнего праздника. И действительно, дорогие друзья, у нас с вами уникальная возможность, начиная с завтрашнего дня и продолжая практически весь январь, радоваться тому, что мы с вами живем, радоваться тому, что у нас есть дети, помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Давайте воспользуемся этим и примите мои поздравления с Днем Святого Николая. Я прощаюсь с вами до наступной встречи в эфире телеканалу Миколаев.